Чемпионат Европы по дебатам планируют провести в Астане в 2026 году. Сегодня в столице состоялось открытие общественного фонда «Дебат Еле», целью которого является не только проведение крупнейших международных турниров, но и поддержка дебатерского движения внутри страны. Сегодня мы открываем общественный фонд «Дебат Еле», который будет заниматься дебатами по всей стране, а также мы будем интегрировать международную арену. Это дает нам шанс всем дебатерам страны показывать и развиваться не только в Казахстане, но и в международной арене. Стать частью международного дебатерского сообщества могут школьники и студенты, желающие развить свои навыки и войти в большую команду. Для них общественный фонд «Дебат Еле» планирует организовать мастер-классы, тренинги и турниры. Победители национальных соревнований отправятся в Великобританию и другие страны для участия в крупнейших международных состязаниях. Все это даст шанс казахстанской молодежи проявить свой потенциал, получить важный опыт и для самой страны повысить имидж. Дебаты – отличный инструмент, потому что вот даже если брать наших вот людей, кто вот был министром, например, Асхат Аймагамбетов, Асхат Канатович, вот он даже был изначально дебатером, играл в студенчестве, в школьное время. И его навыки ораторского мастерства, критического мышления очень сильно помогли ему в достижении его вот карьерных целей. Также много есть разных бизнесменов, да, разных личностей, деятелей, которые изначально начинали с дебатов и становились большими личностями. Если брать мировую арену, то это Барак Обама, это Брэд Питт.